Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов посетил Кубинку. Он побывал в Акуловской школе и обсудил ситуацию с учреждением, где сегодня учатся более 1000 учащихся. Такой прирост связан с тем, что здесь обучаются и ребята из второй кубинской школы, которая сейчас закрыта на капитальный ремонт. Также депутат от «Единой России» посетил дошкольное отделение кубинской школы номер 2, детский сад номер 56. Он помог учреждению с покупкой веранды, которая была приобретена в 2022 году в рамках инициативного бюджетирования. Затем парламентарий побывал в амбулатории «Кубинка-1», где в конце февраля завершился текущий ремонт, проведенный за счет средств из регионального бюджета. Осмотрев помещение амбулатории, Олег Рожнов убедился, что все сделано качественно. В завершении рабочего визита зампред Мособлдумы провел в Кубинке прием граждан. Обращения касались транспортной доступности, завершения строительства очистных сооружений, медицинского обслуживания, модернизации стадиона первой кубинской школы, ремонта подъездов МКД. Ряд вопросов был решен в ходе приема. Оставшиеся обращения взяты в работу.